Уточка, наверное, самый сакральный символ. Есть очень много поверий, почему. Ну, один из них это то, что она спасла нашу землю. Вот. Как именно? Ну, расскажу, когда будем уже писать эту уточку. Это интересная история. И во всех странах, и в африканских племенах, и в австралийских, и в скандинавских элементах, и в индусских, и в индийских деревушках тоже прослеживаются параллели с этим символом очень красиво и очень ярко. Поэтому уточка действительно, ну, просто необходима. Уточка нам нужна. Если уточку забыть, то можно что-то еще потерять. Поэтому рекомендую уточку вспоминать, уточку рисовать, и уточка, чтобы у вас была перед глазами почаще. Вот наши каролинки и мандаринки прекрасно будут сопровождать нас в дальнейших путешествиях в жизни.